Сәлеметсіздер. Отырайық. Қымбатты қазақстандықтар, құрметті парламент депутаттары мен үкімет мүшелері, ханымдар мен мырзалар. Біздің кездесуіміз елбасының ендігі жылғы халыққа жолдауына арналады. Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын желбіреткен тәуелсіз мемлекет атанғанымызға 25 жылдығына аяқ басатын боламыз. Бұл тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету, оған қол жеткізуінде қиын екенін осы жылдардың ішінде біз көріп білдік. Мемлекетіміздің тұғырын мызғымастай нығайту үшін бізге әлі талай өткелі күрделі, өкпегі көп, бұралаң жолдардан өтуге тура келеді. Заманның беталысын өздеріңіз көріп отырсыздар. Аса күрделі қиын кезеңге аяқ бастық. Жаңа қатерлері мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген жаһандық ахуал біздің көз алдымызда өзгеруде. Алпауыт елдердің текетіресі мен өзара санкциялар алмасу дүниені тұйыққа қарай бастауда. Біздің басты экспорттық өнімдеріміздің дүниежүзілік нарықтағы бағасы еселеп құлдырағанында көріп отырмыз. Бүгінгі ахуал біздің жетістіктерімізді сынға салып, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт кезі. Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгуіміз қажет. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Сәт сайын құбылған аласапыран заманға сай амал табуымыз керек. Ең жақсы жоспар уақыт талабына бейімделген жоспар болып саналады. Бізде заманның беталысына қарай межелерімізді белгілеп, жоспарларымызды жөндеп отыруымыз қажет. Біздің мақсатымыз елі бақытты, жері гүлденген қасиетті отанымыз Қазақстанды мәңгілік ел ету. Әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, байда қуатты елдерменен иық түйістіру мақсатымыз. 2050 жылғы бағдарламаны 2 жыл бұрын жарайлаған кезде, бұл межеге жетуге жолымызда неше түрлі қиындықтар кездеседі. Соған байланысты тиісті шаралар қолдауымыз керек. Неше түрлі бұралаңдар болады деп айтқан болатын. Сол мақсаттарымызға жету үшін міндетті түрде жұмыс істеп, біз жететін боламыз. Мен бүгін жаңа қатерлі мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген жаңа жаһандық нақты ахуалда дамудың басты бағыттарын айқындайтын Қазақстан халқына жолдауымды жария етпекпін. Дорогие казахстанцы, уважаемые депутаты парламента, члены правительства, дамы и господа. Через несколько дней история начнет отсчет 25-го года независимости нашей страны. Всего менее чем за четверть века Казахстан состоялся как суверенная национальная экономика, включенная в глобальные хозяйственные связи, как государство, ставшее полноценным участником мировой семьи наций. Мы вместе выдержали немало испытаний, закалились и окрепли за эти годы. Мы добились невиданных во всей нашей истории темпов успешного экономического развития. Никогда прежде наш народ не жил так хорошо, как он живет сейчас. Мы достигли немало. Сейчас мир меняется быстрыми темпами.
наступает, как вы видите, другая эпоха. На наших глазах возникает новая глобальная реальность, которого до этого не было. Иными возможностями, иными рисками. Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет ряд внешних факторов, вызванных обвалом мировых цен. Происхождение глобальных кризисов не зависит от нас. Никто не застрахован от влияния таковых глобальных кризисов. Таково система развития свободной экономики. Уважаемые казахстанцы, сейчас нам также важно видеть все вызовы развития. Во-первых, нынешний глобальный кризис имеет всеохватывающий характер. Нестабильны практически все мировые рынки – финансовые, углеводородные, металлов, продовольствия и других. И это основная причина снижения спроса на нашу экспортную продукцию. Во-вторых, замедление экономического роста происходит во всех экономиках мира. Уже никого не удивляет постоянное снижение прогнозов по росту мирового ВВП. С осени 2011 года Международный валютный фонд уже 6 раз пересматривал прогнозные показатели, снизив их с 5 до 3% в мировой экономике. И, по всей видимости, это не предел. В-третьих, нефтяных супердоходов, в которых жил весь мир, и мы тоже, сегодня нет. В-четвертых, глобальная экономика испытывает давление политических факторов. Мир стал нестабильным. Ведущие державы ввели друг против друга санкции. Между ними резко снизилось доверие. Нестабильность и конфликты в регионе Ближнего и Среднего Востока, Северной и Центральной Африки привели к масштабным потокам беженцев. Каждый день приносит сообщения о террористических атаках, гибели десятков людей. К сожалению, это становится обычным делом. На Западе тоже гибнут люди, не только на Среднем Востоке. Серьезную угрозу миру представляет сейчас международный терроризм. Это результат разрешения государственности путем вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных государств. Где нет государственности, где нет власти, там вольно себя чувствуют всякие бандиты, экстремисты и террористы. Так и происходит. Развитие мира будет происходить на фоне жесткой конкуренции мировых региональных центров сил. Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей. Поскольку мы с вами не первый раз переживаем таковые кризисы, глобальный кризис – это не только опасность, но и новые возможности. Большинство компаний мирового масштаба стали удачными в кризисные периоды и вне моменты турбулентности развития. Практически все страны, добившиеся успеха, за последние полстолетия начинали буквально с нуля. Да и вспомните, наш Казахстан родился в самую кризисную эпоху развала бывшего Советского Союза. Первые десятилетия наши, самый трудный период становления независимости, мы жили в основном без нефти, если вспомнить. Независимый Казахстан всегда развивался наперекор внешним экономическим стихиям. Разве было благоприятной для нас первая половина 90-х годов прошлого века, когда мы провозгласили свою независимость? Қиыншылықты адам баласы ұмытып кететін қасиеті бар, ол жақсы. Дегенмен еске түсіретін болсақ, сасқалақтап қалған кез болды. Бұрынғы совет үкіметі құлдырап құлап, біз жеке соның бір сынығы болып қалып, қайда барарымызды, не істерімізді білмей, не қаражатсыз, не көмекшісіз, не мемлекетсіз қалған кезіміз болған. Экономикамыздың барлығы тоқтап, ел жұмыссыз қалып, зейнетақы төлейтін қаражатымыз болмай. Сонда, шынын айтқанда, ең қиын кездерді басымыздан
кешіріп, тәуелсіздігімізді сақтап қалып, мемлекетті нығайттық. Так что надо вам первая половина 90-х годов нам показала все ужасы кризиса, когда народ остался без работы, предприятия остановились, и от того, что мы будем повторять, я думаю, плохо не будет, люди остались без света, электричества дома, без отопления, без заработной платы, без пенсии, с пустыми прилавками магазинов. Но мы же преодолели такое, как было бы, как будто бы не было выхода никакого. Оставались одни со своими трудностями. Никаких программ, никаких целей. Государство без государства. Мы выжили в тот период. Мы достойно преодолели шаг за шагом этот кризис. Едва наша страна начала ощущать первые результаты перемен, грянул финансовый кризис Юго-Восточной Азии 97-98 года, обвал российского рубля, и тогда... Кто помнит, баррель нефти опустился до 10 долларов. И в тот период мы жили. Важное и позитивное значение имели принятые в то время стратегические решения и действия. Это широкомасштабная приватизация, которую мы, наверное, провели самым быстрым образом. Наш приход, нашу экономику, большинство транснациональных компаний, которые работают. В этот период мы взялись за строительство новой столицы Астаны. Начал работать Каспийский трубопроводный консорциум, который выводил на экспорт казахстанскую нефть. И мы дали старт стратегии Казахстана 2030. И тогда же, получив этот кризисный удар, мы начали создавать национальный фонд нефтяной. В какое время мы это делали, вспомните. И все это вытащили, все это было успешным. Очень важно вовремя создания национального фонда стало абсолютно ясно, когда разразился всемирный финансовый кризис 2007-2009 годов. Почти 20 миллиардов долларов. 14% ВВП страны было выделено на поддержание занятости, ремонт, строительство дорог, благоустройство городов и наших сел. Помощь получил тогда банковский сектор, фермерские хозяйства, малый и средний бизнес. Тысячи обманутых недобросовестными застройщиками участников долевого строительства смогли, благодаря доброй воле государства, получить новое жилье. Доброй воли, потому что государство эти люди не спрашивали. Сами заключали договоры, сами должны были отвечать за это. Но люди остались без жилья, и пришлось включиться и помогать. Мы разработали, последовательно реализовали два антикризисных плана. Это наш огромный, успешный опыт, как преодолевать экономические трудности. Нынешний кризис, глобальный кризис, не свалился нам на голову неожиданно. Я неоднократно говорил, что кризис, в общем-то, продолжается, и новая волна неизбежна. Поэтому в этот раз Казахстан впервые применяет упреждающую антикризисную стратегию. Во-первых, мы начали уже вторую пятилетку индустриально-инновационного развития, то есть создаем экономику, независимую от сырьевых ресурсов. Во-вторых, мы приняли государственную программу инфраструктурного развития Нурлыжол. Важный аспект антикризисных мер связан с переходом национальной валюты к плавающему курсу. В-третьих, мы реализуем план нации, 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ. Парламент работает над законотворческим обеспечением плана нации, за что надо высказать благодарность нашим депутатам. Это была очень сложная работа, потому что мы быстро должны были запустить эту программу.
Это почти 80 законов, многие из которых уже мной подписаны. Они начнут работать уже с 1 января следующего года, как мы и планировали. 30 апреля этого года я объявил эту программу. Уже приняты законы, и мы начнем осуществлять. Устраняются административные барьеры для малого и среднего предпринимательства. Совершенствуется государственное управление, образование и здравоохранение. Все эти меры также придадут запас прочности государству и обществу нашей экономики. Четвертое. По сравнению с другими периодами, мы сейчас накопили необходимые золотовалютные резервы и государственный фонд. В-пятых, по моему поручению разработаны продуманные варианты действия, как я говорил раньше, на случай снижения цен на нефть и до 30, и до 20 долларов за баррель. Конечно, это будет нелегко. Всем нам нужно будет понять, если таковое случится, но мы все соберемся и преодолеем и это. В-шестых, драйверами экономического роста Казахстана становятся новые сектора экономики, создаваемые в рамках инновационной индустриализации. Многие обрабатывающие отрасли демонстрируют сегодня рост. То есть не зря мы работали над индустриализацией и другими программами. Многие обрабатывающие отрасли растут. За 5 лет обрабатывающая промышленность выросла в 1,3 раза, химическая промышленность и производство строительных материалов 1,7 раза, выпуск продукции машиностроения выросло в 2,2 раза, экспорт их в 3 раза. Реализовано, включая этот год, более 80 индустриальных проектов. В этом году металлургическая промышленность вырастет на 15%, химическая на 3,2%, производство минеральных удобрений 3,2%, одежды на 4%. Я их называю, потому что это не сырьевые наши достижения и товары. Всемирный банк, Азиатский банк развития прогнозируют для Казахстана более высокие темпы роста в следующем 2016 году. В-седьмых, меняется экономическое поведение самих казахстанцев. Отмечается рост производительности труда более чем на 60%. Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей бақуатты тұрмыс көрген жоқ. Тәуелсіздік алғаннан бері 1300-ден артық денсаулық сақтау нысандары, 1700-ден астам білім беру ошағын салдық. Олардың барлығын ең соңғы үлгідегі құралдарменен жабдықтадық. Аса күрделі операцияларды, емдеулерді өз елімізде, өз дәрігерлеріміз жасайтын жағдайға жеткіздік. Бұл ешқашан болған емес. Жалпы халықтың тұрмысының денсаулығының түзелуі нәтижесінде қазақстандардың сәбилерінің көбеюі мәселесінде, халқымыздың санының жыл сайын өсуінің нәтижесінде, денсаулық сақтау мәселесі халықтың өмірінің жақсаруының есесінде тұңғыш рет қазақстандықтардың орташа өмір ұзақтығы 72 жастан асты. Бұл деген ең негізгі жетістік деп санауға болады. 10 жылдың ішінде 64 жастан 72-ге дейін бүкіл халықтың орташа өмірін ұзарту ешбір елдерде кездескен емес шығар. Мемлекет қандай жағдайда да әлеуметтік міндеттемелерін шашау шығармай орындап келеді. Тарихымызды түгендеп, мәдениетті өркендетуге қол жеткіздік. Жаңа жылдан бюджет қызметкерлерінің жалақысы, әлеуметтік жәрдемақылар менен шәкірт ақы орташалғанда 30%-ке дейін көбейетін болады. Осының барлығы халықтың болашаққа сеніммен қарап, алаңсыз өмір сүруіне толық негіз бола алады.
Уважаемые казахстанцы, 2 года назад я обнародовал программу «Казахстан-2050». Только 2 года назад. В январе будет 2 года. За это время мы уже добились выдающихся результатов по ее реализации, даже несмотря на негативные влияния глобального кризиса. 2050 – это осуществление задач войти в 30 развитых стран мира. Во-первых, по показателю индекса глобальной конкурентоспособности Давосского экономического форума Казахстан занял 42 место в мире. Во-вторых, в мировом рейтинге стран, создающих самые благоприятные условия для бизнеса, Казахстан занял 41 место. В-третьих, могу об этом не сказать вам, сегодня, 30 ноября, Казахстан де юра становится полноправным членом Всемирной торговой организации. Об этом официально будет объявлено на заседании Генеральной Ассамблеи ВТО. Это событие является важной вехой в истории независимого Казахстана. Оно свидетельствует о признании нашей страны как равноправного торгово-экономического партнера. Вступление Казахстана в ВТО открывает новые возможности как для наших экспортеров, так и для иностранных инвесторов, которые придут в ключевые сектора нашей экономики. Естественно, как я постоянно много лет говорю, накладывает на нас соответствующие обязательства и трудности, то есть конкурентоспособности. Еще раз всем, кто производит казахстанские товары, выпускает из Казахстана товар на международную, теперь мы конкурируем со всеми членами ВТО. Это более 160 государств мира. Дорогие соотечественники, сегодня многое зависит от нас, начавших наш великий путь, идею «Мәңгілік ел». У нас есть стратегия действий на долгосрочную, среднесрочную и ближайшую перспективу. Сейчас, в любое другое время, наша главная антикризисная стратегема тождественна трем простым, но важным понятиям. Это рост, реформы и развитие. Первое – это рост. Речь идет прежде всего об экономическом росте. Применительно к текущим задачам нам необходимо восстановить такие темпы роста экономики, которые обеспечат вхождение Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран мира. Наверное, кто-то подумает, в такое трудное время он опять ставит эту задачу. Вы же знаете, у меня привычка, всегда трудное время ставят важные большие задачи. И мы всегда с этим справлялись. Мы должны найти новые внутренние источники роста через раскрытие частной инициативы. Второе – это реформы. Они обеспечивают стабильность экономики, общества и нашего государства. Сейчас мы реализуем план нации 100 конкретных шагов. Они сопоставимы по своему масштабу с теми громадными реформами, которые мы проводили в начале 90-х годов. Кто работал тогда, вспомнит, как это было трудно. Нам жизненно необходимо более глубокое реформирование государственно-корпоративного менеджмента, финансового и фискального сектора. Третье – это развитие. В 21 веке главным фактором развития становится непрерывная модернизация всех сфер жизни общества. Мы ведем работу по масштабному преобразованию всех государственных, общественных, частных институтов на принципах общества всеобщего труда, высокой социальной ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения. В ближайшее время нам необходимо осуществить комплексные антикризисные и структурные преобразования по следующим 5 направлениям. Первое – это стабилизация финансового сектора. Наша важнейшая задача –
быстро стабилизировать финансовую систему, привести ее в соответствие с новой глобальной реальностью. Во-первых, надо обеспечить эффективное функционирование финансового сектора в условиях плавающего курса тенге. Принципиальный момент заключается в том, что возврата к практике бесконечного поддерживания курса национальной валюты за счет средств национального фонда не будет. Национальному банку необходимо провести стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов. По его результатам надо принять меры по их признанию и списанию. Банки, не сумевшие решить проблему капитализации, должны уходить из финансовой системы. Казахстанские банки должны соответствовать всем международным стандартам, в том числе Базельского комитета Международного валютного фонда. Важно добиться укрепления доверия к национальной валюте через расширение инструментов дедолларизации. По данному вопросу правительству и Национальному банку надо подготовить конкретные предложения. Казахстанцам всем надо привыкнуть, что мы живем на тенге. Хлеб насущный покупаем за тенге. Колбасу, молоко тоже за тенге. Одежду покупаем за тенге. Доллары нужны тем, кто за бугром одевается. Или нужны какие-то импортные товары. За тенге. Хранение денег, депозитов в тенге выгодно, больше процентов, чем есть на самом деле. За депозиты в долларах проценты будут очень низкие. К этому банк придет. Это один из моментов дедолларизации. Поэтому давайте в лексиконе будем говорить тенге и жить будем на тенге. Тогда будет спокойствие, и мы поможем себе и нашей стране. В рамках инфляционного таргетирования Национальный банк должен снизить уровень инфляции до 4% в среднесрочной перспективе. Для этого должен полноценно использоваться механизм гибкого изменения процентных ставок. Слово «таргетирование» как раз он привязан к инфляции. Дорого товары стали, значит, много денег. Сокращает банк. Наоборот, вниз пошло, банк увеличивает ставки и денежную массу. Вот поэтому инфляционное таргетирование называется, чтобы просто было понятно каждому. В-третьих, надо устранить имеющиеся у Национального банка институциональные дефекты. Из-под его контроля надо вывести единый пенсионный фонд, фонд проблемных кредитов и другие финансовые институты, и надо банку заниматься своим делом. В-четвертых, в 2016 году пенсионные активы должны быть переданы под управление частных казахстанских или иностранных компаний. И в целях повышения доходности пенсионных накоплений надо пересмотреть подходы к инвестированию пенсионных средств. Надо относиться и управлять пенсионным фондом так же, как мы управляем национальным фондом. И тратить пенсионные накопления для того, чтобы кредитовать бизнес, надо прекратить. Эти деньги могут быть использованы только для восполнения дефицита бюджета страны. А для бизнеса достаточно тех денег, которые нам дают международные финансовые институты. Давайте так договоримся, чтобы сохранность пенсионного накопления была для народа абсолютным. Нацбанку следует регулярно предоставлять обществу, финансовым учреждениям исчерпывающую информацию по вопросам своей деятельности. Важно наладить нормальный рабочий диалог со всеми участниками финансового сектора. Только после принятия всех неотложных мер можно приступить к стимулированию экономики, в
том числе монетарными методами. Я верю, что новое руководство будет грамотно управлять Национальным банком, завоевывать доверие у нашего населения банку и к себе. Нам всем надо поверить в национальную валюту, о чем я выше сказал, в тенге. Вклады в тенге сейчас это лучшее средство для хранения накоплений граждан. Второе. Оптимизация бюджетной политики. Жить по средствам. Повторяю, жить по средствам. Это наш проверенный принцип, правильная модель бюджетной политики, особенно в условиях влияния глобального кризиса. Человек приходит в магазин, смотрит на товары на витринах и щупает, и все время думает, сколько у него в кармане есть денег в кошельке. Так ведь? И не схватится за товары, за которые у него денег нету. Каждый человек. Но почему государство не так должно относиться? По средствам. По средствам жить надо. Вот к этому мы сейчас приступаем. И хорошо, что этот кризис, наконец, надо научиться жить по средствам, расходовать деньги на благо народа туда, куда надо, а не вообще. Мы разбаловались за эти годы. За большие нефтяные деньги, огромные цены на наши металл и экспортные товары, деньги везде есть, всем раздавали, все раздували штаты, и все были довольны. Ходили, спокойно жили. И когда-то, конечно, к этому должен быть приходит конец, вот он сейчас пришел, ничего страшного не случилось. Если мы все эти расходы сейчас оптимизируем, все пойдет нормально. Сейчас мы констатируем снижение налоговых поступлений в бюджет почти на 20%. Народ должен понимать, поступление в бюджет денег уменьшилось на 20%. Что это такое бюджет? Бюджет – это зарплата всем правоохранительным органам, армии, учителям, врачам, полиции, всем социальным структурам и так далее. Вот эта сумма уменьшилась. За счет этих денег мы строили больницы, школы, все. Больницы, огромные дворцы, школы тоже, детские сады с бассейнами и так далее. Вот как мы тратили деньги. Теперь вот поступление в бюджет сократилось на 20%. И государство принимает соответствующие меры. И народ это должен понимать. Объем уплаты НДС, так называемый НДС, налог на добавленную стоимость, упали на четверть, на 25%. А по корпоративный налог, это который предприятия нам платили, упал на 13%, потому что продажа товаров промышленных предприятий уменьшилась, и цены на металл, на химические продукции, на нефть, на газ упали. Повышение налогов, могут сказать в этом случае, не выход из этой ситуации. Это будет означать лишь дополнительное давление на бизнес. Мы не можем этого допустить. Покрывать бюджетные расходы за счет национального фонда недальновидно, и это запрещено. Мы знаем, не знаем еще, какой обернется нам следующий год, 17-й год, 18-й год. Наши накопления могут еще как пригодиться. Поэтому моя позиция принципиальная. Использование средств Национального фонда на текущие расходы должно быть прекращено. Единственный механизм участия фонда – это ежегодный фиксированный трансфер из Национального фонда в республиканский бюджет. Слава Богу, что эти деньги есть для бюджета, что мы можем это делать, потому что, опять же, благодаря Национальному фонду. Поручаю правительству разработать новую концепцию формирования использования средств Национального фонда в условиях новой глобальной реальности. Нам необходимо пересмотреть всю систему государственных доходов и расходов. Прежде всего, следует расширить доходную базу бюджета. В 2017 году надо нам ввести вместо нынешнего НДС налог с продаж. Следует отменить все неэффективные налоговые льготы,
которые до сих пор раздавали налево и направо. Налоговые режимы надо оптимизировать. Оставить только три уровня налогов. Общий налог, известный, патент для индивидуальных предпринимателей, специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса и аграрного сектора. Вот три налога. Такой механизм будет выводить теневую экономику на свет. Главной задачей правительства должно стать повышение прозрачности налоговой сферы. Только так каждый субъект экономики будет заинтересован, чтобы платить налоги в полном объеме. Правительство должно обеспечить эффективность налогового администрирования. Сейчас сроки легализации имущества и средств продлены до 31 декабря 2016 года. Приняты дополнительные стимулы для возврата имущества и денег в легальный оборот. Гарантируется конфиденциальность, защита от судебного преследования. Такой закон парламентом принят, я его подписал, этот закон уже действует. Поручаю правительству еще раз проанализировать условия легализации, при необходимо усилить гарантии ее участникам и провести нормальную разъяснительную работу. Я призываю всех, кто еще раздумывает о участии в легализации имущества, воспользоваться этой возможностью. С 11 января 2017 года вступит в силу всеобщее декларирование доходов и расходов. После этого будут приняты меры по раскрытию счетов, активов, где бы они ни находились, для выяснения их происхождения, налогообложения, в том числе с помощью ОЭСР. Я это обращаюсь ко всем не потому, что нам прямо вот позарез нужны эти ваши деньги, которые возвратите. Не хочется заводить уголовное дело на наших людей, делать из них беженцев, которые прячутся там за бугром. В Лондоне где-то бегают все. Все было за эти годы. Всякое было. Первичные накопления не всегда бывают честным. Да, мы молодое государство, даем возможность вам вывести на чистую воду, принести сюда деньги ваши, участвовать в приватизации, сделать ваши активы казахстанские, и за то, что вот все сделано за эти годы страной, вернуть сюда и спокойно жить, и спокойно спать. Вот чего хочется. Теперь о мерах по оптимизации бюджетных расходов. Поручаю правительству провести полную ревизию всех бюджетных программ. В условиях кризиса важен каждый тенге. Неэффективные расходы или те расходы, которые могут быть покрыты за счет частного сектора, должны исключаться из бюджета. Нужно пересмотреть расходы на программы регионального развития и индустриального развития. Следует пересмотреть систему государственных расходов и субсидий. Сейчас целый ряд отраслей живет за счет государства. В то же время, например, инструменты государственной поддержки корпорации «Казагро» недоступны для половины всех сельскохозяйственных производителей. Для разгрузки бюджетных расходов надо активнее применять механизмы государственного частного партнерства. И это тоже надо разъяснить, что такое государственное частное. То вчера по телевизору кто-то выступает, говорит, кто-то ГЧП, путает с ГКЧП уже, потому что мы не разъясняем. Государственно-частное партнерство. Недавно я беседовал с акимом Алматинской области, был в городе Алмате и видел, как результат государственно-частного партнерства. Государство дает бизнесмену землю, подводит электричество, горячую, теплую воду, создает условия. Это участие государства, как процент участия. А частник строит эти объекты. Так построены детские сады, несколько штук уже в Алмате. В Алматинской области аким Баталов очень широко применяет это. Если поработать, конечно, это требует работы акимов, а не лежать на боку и ждать.
от государства и просить деньги ходить в кабинетах. Кто занимается, он занимается. Поэтому почаще, сейчас время такое наступило. Кто работает, он в регион привлекает и земляков своих, которые разбогатели, где-то ходят сейчас, и других, создавая условия и им, и для себя. Нужно проработать дополнительные меры по поощрению частных инвестиций в сферы нашей экономики. Важно шире привлекать частных инвесторов не только к строительству дорог, газопроводов, больниц, школ и других объектов, но и их реконструкции и техобслуживания. Все высвобождаемые при оптимизации бюджетных расходов средства надо направить в первую очередь на проекты, которые принесут реальные результаты на благо нашего населения. Третье направление – приватизация стимулированной экономической конкуренции. Сегодня важно максимально высвободить внутренние ресурсы для обеспечения стабильного экономического роста. Для этого мы должны использовать два эффективных инструмента – масштабную приватизацию и расширение конкуренции. Что сегодня сдерживает рост конкуренции? Прежде всего, большой государственный сектор. Более 7 тысяч предприятий Казахстана находятся в государственном секторе. Нужно, не нужно, все равно. 7 тысяч. Холдинги «Самрук-Казна», «Казагра» неэффективно контролируют огромные активы промышленности и сельского хозяйства. Активы фонда «Самрук-Казна» составляют более 40% внутреннего валового продукта, включает более 500 внучек и правнучек. Народ может не понять, что за внучки и правнучки пошли. А потому что от себя насоздавали там предприятия, от них еще отростки. Понимаете? Холдинги «Казагра» и «Байтерек» превратились в неэффективных посредников между бюджетом и банками. Все это сопровождается во всех этих предприятиях малых, внучек и дочек, раздутыми штатами, тратой огромных бюджетных ресурсов. В то же время это как раз приводит к вытеснению инвестиций и инициативы. Сейчас важно снять ограничения на приватизацию объектов государственного сектора. Необходимо пересмотреть ряд положений закона о государственном имуществе и гражданского кодекса, сократить перечень стратегических объектов, не подлежащих приватизации. Поручаю правительству разработать новую программу приватизации, включив в нее все организации, находящиеся в государственной собственности, в том числе входящие в «Самрук-Казна», «Байтерек» и «Казагра». И после приватизации все эти три управляющих холдинга должны быть преобразованы в компактные организации, которые будут делом заниматься. Если окажется, что дела у них нет, то надо их ликвидировать. Приватизация должна осуществляться по справедливой рыночной стоимости, открыто и конкурентно. Ключевыми механизмами должны стать размещение акций на фондовом рынке и открытые аукционы. Надо создать условия для максимального участия в ней казахстанских и иностранных инвесторов. Поручаю правительству отменить преимущественные права всех акционеров на приобретение отчуждаемых акций. Далее. Правительство должно создать условия для свободной и здоровой конкуренции. Во-первых, поручаю правительству выработать конкретные предложения по усилению антимонопольной деятельности. Нам нужен отдельный закон об антимонопольном ведомстве с четкой регламентацией его статуса и порядка. Мы взяли его, где-то зажмурили и куда-то запрятали сейчас этот орган по просьбе наших министров. И его почти что не видно. Во-вторых,
необходимо устранить искажение рыночных стимулов в виде искусственного регулирования цен, что мы постоянно делаем. Поручаю правительству продолжить дальнейший переход на рыночное ценообразование во всех секторах экономики. Это очень важно, о чем я говорю. Чтобы понятно было всем, если мы, почему мы 1,5–2 миллиарда субсидий даем сельскому хозяйству? Потому что килограмм хлеба для товаропроизводителей намного больше, чем килограмм продается в магазине. И поэтому, почему вы думаете? Поэтому мы субсидируем до 2 миллиардов долларов или 150 миллиардов, 200 миллиардов тенге сельскому хозяйству. Именно поэтому. Так может быть эти деньги отдать совсем тем, кто покупает, а он пусть производит и продает как есть. То есть нормальную экономику сделать надо. Я много проработавший в системе управления и Советского Союза, и теперь человек, хорошо знаю, будучи председателем правительства Казахстана, каждый год осенью ездил в Москву и клянчил 5-6 миллиардов рублей, по тем временам 5, это было 5-6 миллиардов долларов, дать Москве, Минфин Москвы, чтобы дать сельскому хозяйству для дотации. Почему? Кто старшее поколение помнит, булка хлеба магазина стоила сколько? 25 копеек. Для селянина он стоил 5 рублей 80 копеек. 5 рублей 50 копеек надо было дотировать на каждый килограмм. Мясо, помните, сколько в магазине лежало? Рубль 30. Для селянина себестоимость была 7 рублей. То есть вот эту огромную массу потратить на повышение заработной платы и поддержку малообеспеченных и дать специальную цену, а не дотировать, тогда развитие было бы совсем другое. Это трудно, это кое-кого заденет, но мы можем защитить, кто малообеспеченный, кто нуждается. А все остальные должны зарабатывать деньги и жить на свои доходы, как следует. Вот что такое ценообразование во всех секторах. Если мы это не сделаем, тогда перед глазами стоит, чем закончился Советский Союз. В-третьих, политика в области конкуренции должна идти рука об руку с эффективным регулированием процессов банкротства и реабилитации неэффективных компаний. Еще один момент, почему субсидирую. Все предприятия отдали в личную собственность. Сельхозники держат сотни тысяч гектаров земель, это его собственность. Завод машиностроительный, это его собственность акционеров. Он собственник, он продает, деньги получает себе, только налоги платит. Так почему государство этому собственнику должно отдавать из налогов народа деньги, скажите мне? Потому что мы поощряем несостоятельные компании. Если мы говорим о конкуренции, то рука об руку с эффективным регулированием, с этим должен идти процесс банкротства и реабилитация неэффективных компаний. Рыночная экономика – это конкуренция сильных. Проигравшие должны иметь возможность уйти с рынка или начать заново. У нас такого нет. Неэффективные компании выстраиваются в очередь за разного рода субсидиями, льготами и ходят с растянутой рукой государству. Ни в одной развитой стране банкротство компании не приводит к развалу отрасли или остановке предприятия с увольнениями работников. На заре нашей независимости, чтобы понять специфику рыночных механизмов, мне удалось поездить по Соединенным Штатам Америки 3 недели по разным регионам, смотреть и сельское хозяйство, промышленность, изучать банковское дело и так далее. Миллион фермеров банкротится ежегодно, миллион снова возникает. И ничего не останавливается. Если у нас заговоришь о банкротстве, закрывается предприятие, вешается замок, люди увольняются. Нигде так не делается. Реабилитация и судебный процесс идет своим чередом. Этот
который довел до банкротства, он должен отвечать, может и перед судом уходить, должен приходить другое предприятие, продолжает работать. У нас нету такого. Поэтому давайте начнем по-нормальному работать, как все. Это не развал отрасли, это приход нового менеджера и новых инвестиций. На место неэффективных приходят более новые собственники, которые приносят с собой инвестиции. Мы не должны тянуть неконкурентные компании за счет государства. Нет той экономики, но мы живем в такой экономике, ну что делать? В глобальной экономике живем, в условиях конкуренции, в условиях рынка. Мы не должны тянуть неконкурентные компании за счет государства. Да это и плохо, мы будем тянуть их, помогать им. В конце концов, придет же конец, так же не может быть все время. Поручаю правительству разработать четкие, понятные процедуры банкротства для физических и юридических лиц. Ничего страшного в этом нет. Она должна быть максимально облегчена и прозрачна. Құрметті біздің кәсіпкерлер менен іскер азаматтарға да айтатын сөзім бар. Мемлекет осы жылдардың ішінде сіздердің бизнестеріңізді дамытып, аяқтарыңа тік тұрып, барлық жағдай жасалды. Біз енді бай мемлекет жасағымыз келеді. Бай азаматтар тұратын мемлекеттер жасағымыз келеді. Ол бай азаматтар өзінің бизнесменен өзіне де жақсылық жасайды. Халыққа жұмыс беріп, мемлекетке де жақсылық жасайды деп жасап атырмыз. Болашақтың жұмысы сол, мынау дүниенің жүріп атқанының барлығы. Капиталистік экономикада, нарық экономикасы жүргеннен кейін солай болады. Бұның бәрі дұрыс. Бүгінгідей сын сағаттарда енді соның бәрін жағдайды жасады мемлекет. Ауқатты болдыңыздар. Жақсы газеттердің бетіне шығып, миллиардер, миллионер болғандарыңызды көрсеттіңіздер. Құтты болсын барлығы, бақытты болыңыздар. Ал енді мемлекеттің елдің алдында жауап беретін кездеріңді келді. Жекешкендерлердің жаңа легіне белсенді қатынасыңдар ақшаларыңмен. Қаржыны заңдастырып, ашық жұмыс істеңдер. Қуатты ел болу, бәсекеге қабілетті болу деген сөз. Сондықтан бар ақшаларыңды анау шетелдің ар жағында тыққыламай, ешкім тыққылатқызбайды, бәрібір көріп отырсыңдар ғой барлығын. Швейцарияда, барлық жерлерде де ОЕС-ға кіретін мемлекеттердің барлығы бір апта бұрын қаулы қабылданды. Барлық тетіктерді ашып тастайды. Барлығы белгілі болады. Тек қана Қазақстанда әкелген, жарияланған ол өздеріңдік болады, ешкім тиіспейді. Біз қорғаймыз, мемлекет қорғайды. Қазір мінекей, мынау жекешендендіру кезінде алып келіп, заводты, фабриканы, электростанцияны, ананы, мынаны, жолдарды жекеменшік алсаңдар, ауқатты болуға, тұрақты, табыс әкелудің жолы. Біріншіден өздеріңе, екіншіден сол арқылы халыққа жұмыс беру, сол арқылы салық төлетіп, мемлекетке көмектесу. Үш нәрсе жасайсыңдар. Тек қана халықтың рахметі мен ризашылығын аласыңдар. Міне сонда. Ешкім қызғанбайтын болады. Сонда, мысалы, біз бәсекеге сай болу үшін Қазақстанда жасалған әрбір бұйымның төрт қасиеті болу керек. Сапалы, ыңғайлы, әдемі және арзан. Сонда ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді болады. Өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек. Бізді сырттан келіп, ешкім жарылқамайды. Мен анау кеше Алматыға барып, Алматының әбден бір қисайған үйлерінің ішінде тұрған үлкен емес фабрикаға барып, анау костюмдерменен бәтікелерді неғып кейіп жүрмін дейді. Мен басқа баратын жерім жоқ па, мегалар бар, анау бар, мынау бар. Солар сөздерде бастап жатыр. Қазақстанның елдің тауарларын шығайын деп мықшыңдап жатыр жігіттер. Ақшасын салып жатыр. Жап жас әйелдерге, қыздарға жұмыс беріп жатыр. Мүмкін бір оннан да жаңағы немелет тағы
Шанельден аномнадан төмен шығар дегенмен киюге болады ғой, жүруге болады ғой. Вообще шетелдерге барсаң, миллиардер аномнау дегендер біздікі сияқты бүйтпейді. Машиненің ең үлкен, киімнің ең жарқыраған, әйелдеріміз мойнына ең байына мынандай тастарды. Ешкім оны дүниеде жасамайды. Менің білуімше Швейцарияда әдейі магазин бар, байлар барып, жай киім сатып алатын. Елдің көзіне түспеу үшін, қызғандырмау үшін, наразы қылмау үшін. Мына иттің баласы бай болып кеттің, біз мынандай демеу үшін сөйтеді. А бізде қалай? Үй салсаң, төрт этаж, қазір оны не істерін білмей жүр соны. Ана күні қалада Алматыда айтып жүр, соларды балабақшаға беріңдер деп сұрап жатырмыз дейді. Өздерді сатайын десе ешкім алмайды оны қазір. Машина ең үлкен болу керек. Танкі сияқты машина жасаса, сілкен қазақтың жігіттері соны алар еді. Еуропадағы машина деген не? Адамның жүру үшін ғой, қозғалу үшін. Көп кішкентай машиналарға отырады. Оны парковать ететін жері де жоқ. Сондықтан біздің азаматтар бай болуды үйрену керек. Еш адамға байлық та, мәнсап та, бақыт та келген жоқ. Дүниедегі барлық философтар менен кемеңгерлердің айтқан сөзі. Тапқан табысыңды жаратсаң, елге алып келіп, солардың алдында ризашылығыңды, рахметін алсаң, сонда ғана бақытты боласың. Мінекей, өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек дегенім осы. Бізге ешкім сырттан келіп тауарларында бермейді, қондырғыларында бермейді. Жаңағыдай кішкентай-кішкентай бастамаларды әр облыста, әр ауданда, әр қалада қолдап жіберетін болсақ соларға, тауарларын жылдан жылға көбейтуге, сапасын үлкейтуге көмектессек, солардан барып шығады. Барлық дүниежүзілік брендтер сөйтіп шыққан, естеріңізде болсын. Барлық киімдерді, қазір әйелдер киіп жатқан брендтерді бастаған кімдер? Қараңыздаршы. Жіберуден бастаған. Орамал тоқудан бастаған. Қазір дүние жүзіне белгілі Шанель, қандай қыздар қайда? Гүлшара. Қандай брендтер бар? Бутиктардың барлығы содан бастаған. Тауарларды әкеп ақшаны тауып отырған солар. Я вот говорил о том, что хотел обратиться к предпринимательскому классу нашего, всем состоятельным казахстанцам, всем бизнесменам и деловым людям. Государство все делало для того, чтобы такие люди вообще появились у нас, их не было у нас, состоятельные люди. Государство идет на беспрецедентные в нашей истории меры по приватизации, экономической либерализации сейчас. Страна уже дала многим из вас возможность заработать, быть на первых страницах деловых журналов. Я призываю вас сейчас активно участвовать в легализации капиталов и приватизационных тендерах. Может быть, понимаю я, кто-то боится привести сюда деньги, а вдруг, не будет вдруг, никто не будет открывать ваши счета, которые вы легализуете. Никто не будет преследовать ни один орган правоохранительный вас за то, что вы легализовали свое имущество, дом, в том числе за рубежом. Если за рубежом, да, заплатите 10% налогу, зато вы честные, будете туда ездить, и никто копаться не будет, спрашивать вас не будет. А деньги, которые сюда привезете, вкладываете в эти приватизационные объекты, у вас будет стабильный актив. В любое время у вас в кармане. И ничего не будете бояться. Каждый день думать, постучаться в дверь, сейчас придут, скажут, где взял. Тем более, когда мы будем спрашивать и доходы, и расходы 2017 года, наступит время. Смотрите, все эти 20 лет, им, по моему предложению, мы идем, не спрашивая людей, которые строят дом, где взял деньги. Вы же это знаете, да? И сколько коттеджей построено по Казахстану? Мы не спрашиваем, за какие деньги ты купил квартиры. Такие вопросы многие задают специально. Пусть люди свои деньги не в кубышках держат, а в домах.
имуществах и так далее. Наверное, подходит конец этому поблажке тоже. Поэтому, друзья мои, просто заботьтесь о вас, о вашем будущем благополучии, может быть, и о ваших детях. Я призываю это сделать. Этим вы поможете себе и Казахстану, и всему нашему народу. Не потому что эти вот ваши деньги нужны государству, мы обойдемся без них. Но я вас жалею. Я хочу, чтобы вы спокойно жили, а не бегали за бугром, потом вас искали. Сегодня у Казахстана есть правоохранительные договоры почти со всеми главными государствами. Вытащить никакого нету проблемы. Вон, генеральный прокурор головой машет, смотрите. Поэтому я об вас забочусь. Ну и, конечно, это выгодно государству. Четвертое. Основой инвестиционной политики, основой, какое должно быть? В ближайшее время Казахстану необходимо ежегодный рост обеспечить на уровне 5%. Увеличить экспорт обработанных товаров не менее чем в 2 раза. По сравнению с 2015 годом довести его до 30 миллиардов долларов в год. Увеличить ежегодный объем инвестиций в экономику более чем 10 миллиардов долларов, а в целом за 10 лет не менее 100 миллиардов долларов. Создать более 660 тысяч новых рабочих мест, увеличить производительность труда в 2 раза. И это, понимаю, опять же, в это трудное время ставлю слишком большие цифры, амбициозные. Но только так достигается успех. Такие темпы экономического роста могут быть обеспечены только за счет формирования новых драйверов, обеспечивающих приток экспортных доходов. Аксиома новой глобальной реальности состоит в том, что только диверсифицированная экономика может эффективно противостоять последствиям глобального кризиса. Поэтому мы реализуем программу индустриализации. Нам нужна новая инвестиционная политика. Вот, возвращаясь к вопросам приватизации, в том числе вывести на рыночные условия и землю государственную, сельскохозяйственную, сейчас у нас будет ОР. Продают предприятия, как в то время говорили, 90-е годы, раздают казахстанскую землю, как будто выкопают, погрузят вагоны и куда-то кто-то увезет. Такое государство, процветающее в Бельгии, ни одно предприятие не принадлежит государству. Работают французы, немцы, все, и процветает. Разве важно мне, кто руководит или собственник этого предприятия, вот построенного? Ну, возьмем какой? Павлодарский алюминиевый завод. Хорошее предприятие. Он будет в собственности Казахстана или частника? Если будет в Казахстане, наше желание будет, чтобы он выдавал продукцию, нормально продавал, чтобы у него был маркетинг. Люди работали, хорошую зарплату получали, из этой зарплаты платили налог, а предприятие своих налогов платило государству деньги. И все. Какая мне разница, кто является собственником этого предприятия? Если хорошо работает, он тоже свои вложения зарабатывает. Но пора уже кончать с этим делом, непониманием. И идти там на... следом за ничего не понимающим дилетантом, уропатриотом. Патриоту надо думать о благе народа, о том, что предприятия работали, Казахстан процветал, что у Казахстана было много денег. Ну, любое другое предприятие возьмите, Германию возьмите, какую хоть, Соединенные Штаты возьмите. 90% предприятий, кроме оборонных, все частные. Это самая ведущая страна мира. Кого еще самых лучших возьмите? Корею возьмите, Японию возьмите. Поэтому у нас чего не хватает? Не хватает нормального разъяснения, что живут люди, процветают, ничего страшного не случается. В такой экономике живем. Но если вот сейчас я очень хочу в этой приватизации, чтобы участвовали наши казахстанские
компании, и вот наши собственные возникли богатые или так называемые олигархи, наши, казахстанцы, сейчас такая возможность. Новая волна зажиточных людей, бизнесменов должна родиться на этой приватизации. Пожалуйста, сделайте так. Но и не запрещаем участвовать в этой конкуренции иностранной компании. У кого деньги есть, лучшие условия и хорошее оборудование принесут. Вот так дело стоит. Новая инвестиционная политика в чем состоит? Во-первых, важно привлекать частные инвестиции с акцентом на транснациональные корпорации. Транснациональные корпорации, которые работают во всем мире. Ну, самые яркие транснациональные компании – это компания «Шеврон», которая на Тенгизе работает. Эта компания работает в 80 странах. На Хашагане сейчас ExxonMobil – государство, которое больше, чем в 100 странах работает. Самая крупная компания, сейчас он там оператором стал. Надеемся, в следующем году Хашаган выдаст нам первую нефть. Так обещают, по крайней мере. Вот они работают. А кто бы нам принес эти 250 миллиардов, за счет которого Казахстан вырос? Они принесли. Ладно, деньги. Они принесли свою технологию. Там работает 80% казахстанцев, научили работать наших. Там лучшее оборудование, которое не было во всем Советском Союзе. 36-я скважина горела целый год, никто не мог погасить. Американские компании это сделали. Поэтому давайте понимать, что в таких условиях мы живем. Казахстан. Қарапайым болса да жақсы сөз бар. Заманың қандай болса, дамбалың сондай болсын деген. Или заманың түлкі болса, тазы боп қу дейді. Қандай керемет сөздер. Сол сияқты заманға сай болуымыз керек. Мы должны формировать для этого благоприятную среду для привлечения сложных инвестиций. В этом году принято решение о создании Международного финансового центра Астана. Он станет региональным хабом в сфере исламского финансирования, приватбанкинга и перестрахования. Казахстан должен стать страной-лидером региона, сильными институтами, компетентным, эффективным, предсказуемым правительством. У нас должны быть лучшие технические кадры, инфраструктура мирового уровня, обеспечен общественный порядок и личная безопасность людей. Дальнейшее проведение реформ, направленных на совершенствование инвестиционного климата, должно проводиться совместно с ОЭСР и другими международными финансовыми институтами. Поручаю правительству в трехмесячный срок представить детальный план улучшения инвест-климата для этой цели. Кроме того, для активизации борьбы, то есть для активизации работы с инвесторами поручаю создать правительственный совет, ориентированный на привлечение инвесторов, улучшение инвестиционного климата. Специальные люди должны быть, которые занимаются только этим вопросом. В регионах надо создать такие же советы по привлечению инвестиций для реализации проектов местного значения. Во-вторых, важно сформировать региональные драйверы экономического роста. Все инвестиционные проекты реализуются непосредственно в регионах. Поэтому необходимо разработать отдельные программы. Если один регион опережает другой, это нормально. Но надо использовать специфику каждого региона. Например, 6 регионов есть у нас. Южный регион может заняться сельским хозяйством, выращиванием овощей. Смотрите, выполняя мое поручение, Алматинская область в разы увеличила производство сахарной свеклы, восстановила сахарный завод. На 25 тысяч тонн сахара мы теперь будем получать у себя, а это импортная продукция. Производство кукурузы, знаменитой кукурузы в Нарынхольском районе, если вы помните, теперь вот восстанавливается. Алматинский апорт восстанавливается, винопроизводство восстанавливается. Тепличное хозяйство восстанавливается, урожайность растет. Вот им надо в этом помогать. В северном регионе зерносеющие,
зерно, мясо, экспортные продукции. Ее надо развивать. Центральная и восточная – это металлургия. Черная, цветная металлургия, золото, серебро и остальное. Центральные, восточные, я сказал, и уголь здесь. Западные – это углеводородное сырье. Алматы и Астана – это наукоемкая продукция. Вот так надо развивать каждый регион. Дать возможность рвануть каждому региону по тому, чему он больше приспособлен и что погода лучше позволяет. Вот это надо нам развивать. Причем вокруг крупных региональных проектов надо развивать и малый, и средний бизнес. Поэтому программа поддержки предпринимательства «Дорожная карта бизнеса 2020» должна быть частью инвестиционных программ макрорегионов. Необходимо предусмотреть меры по повышению мобильности трудовых ресурсов, в первую очередь направленных на стимулирование миграции из трудоизбыточных трудодефицитные регионы внутри страны. Макрорегионы должны объединиться единой транспортной, логистической, коммуникационной архитектурой, создаваемой в рамках программы «Нурлыжол». В настоящее время реализуется 11 проектов по ключевым направлениям «Центр-Юг», «Центр-Восток», «Центр-Запад» лучевым способом, то есть это и есть «Нурлыжол». Ведется строительство железнодорожных линий «Боржақты-Ерсай», «Второе пути Алматы-Шу», паромная переправа порту Курук. Эти проекты уже сегодня обеспечили рабочими местами 72 тысячи человек. Поручаю правительству активизировать реализацию данной программы и показывать в наших телекомпаниях, наших печатных органах и так далее. В то же время, учитывая экономическую конъюнктуру, необходимо диверсифицировать источники финансирования. В ходе моего визита в Китайскую Народную Республику были достигнуты договоренности с Эксимбанком с привлечением займов в сумме 2,6 миллиардов тенге, долларов. Сейчас за счет государственного бюджета строится много дорог, но надо привлекать к этим проектам иностранных и местных инвесторов. Это возможно. Обход города Алматы, Бакат строится за счет частных инвестиций. Почему не делать это на других дорогах? Потому что эти автобаны станут платными. Заинтересованность очень большая, только надо поработать. В ближайшей перспективе проекты программы «Нурлыжол» необходимо привести к модели финансирования с привлечением частного капитала. В-третьих, сейчас следует активнее осваивать экспортные ниши на мировых рынках. Мы должны эффективно использовать экономический потенциал ближайших стран. Посмотрите, в первую очередь, наши соседи – это кто? Китай, Россия, Иран, Монголия, Индия, Пакистан, страны Центральной Азии и Кавказа. Вот эти страны ежегодно в целом импортируют 3,5 триллиона долларов товаров. И где наше место в этой сумме? Необходимо заключить соглашение с ними о свободной торговле. Хорошо, если с Евразийским экономическим союзом и ключевыми региональными рынками. Правительство должно с Евразес поработать и для выгоды для всех решать эти вопросы. Министерству иностранных дел необходимо подключиться все ресурсы казахстанских загранучреждений в выполнении именно этой задачи. Я уже говорил об этом. В-четвертых, нам надо максимально развивать систему подготовки технических кадров в этот период. Техническое профессиональное образование должно стать одним из основных направлений инвестиционной политики. Для этого необходимо создать центры по подготовке кадров совместно с Германией, Канадой, Австралией, Сингапуром. Во всех встречах в Европе все готовы нам в этом помогать. Они потом станут моделью технического и профессионального образования для всей страны. В-пятых, следует повысить инновационный потенциал казахстанской экономики. Важно заложить основы построения экономики будущего. Необходимо развивать компетенции в сфере смарт-технологий, искусственного интеллекта, интеграции киберфизических систем, энергетики будущего, проектирования, инжиниринга,
Это можно сделать только через построение эффективной научно-инновационной системы. Наше Министерство науки и образования должно быть сконцентрировано на этих вот задачах вместе с правительством. Ее основой будут мощные исследовательские центры, инновационные кластеры, этих два мы их создаем. Это хай-тек-парк Астана, бизнес-компас Назарбаев университета, технопарк Алатау, оба созданы, готовы работать. Только надо стимулировать и следить за этим. Проведение в Астане международной специализированной выставки «Экспо-2017» дает нам хорошую возможность активно развивать новую энергетику, основанную на зеленых технологиях. И пятое. Новая социальная политика. Многие годы динамичный экономический рост позволял нам проводить активную социальную политику, несколько раз повысить качество жизни наших людей. Несмотря на все трудности, которые наша экономика испытывала из-за негативного влияния всех глобальных кризисов, мы всегда повышали благосостояние нашего народа. За 10 лет государственные расходы на социальную сферу выросли в реальном выражении почти в 3 раза. Численность занятых в социальной сфере и в государственном управлении превышает сегодня 1,2 миллиона человек. Государство обеспечивает большой объем пособий и выплат. Их получает свыше 1,5 миллионов граждан. На фоне экономических рисков, несмотря ни на что, мы продолжим реализацию мер социальной поддержки населения. Я объявляю, что с 1 января 2016 года будет повышена зарплата работникам здравоохранения в среднем на 28%, образование на 29%, социальной защиты на 40%. При этом целесообразно применить дифференцированный подход к различным категориям бюджетников. В будущем году будет обеспечено 25% повышение размеров социальных пособий по инвалидности, утере кормильца, а также стипендий. С 1 января 2016 года мы индексируем солидарную пенсию с опережением уровня инфляции на 2%. В 2016 году повышена будет зарплата государственным служащим корпуса Б на 30%. Средства на эти цели мы найдем, сэкономив после оптимизации всех наших бюджетных расходов. Это мы посчитали. Таким образом, мы находим средства для роста зарплат, выполняем свои социальные обязательства перед народом. В связи с этим я сегодня обращаюсь ко всем социально уязвимым слоям нашего населения. Мы всегда помогали нуждающимся. Но в то же время социальная справедливость не должна искажаться. Ведь каждая социальная выплата – это дополнительная нагрузка не просто на бюджет, а на каждого работающего казахстанца, который вносит в бюджет свои деньги за счет налогов. Надо четко понимать, что идея социальной справедливости не должна превращаться в социальную несправедливость по отношению к работающим казахстанцам. Это их деньги. Сегодня только общество всеобщего труда способно стать реальной основой эффективной экономики, устойчивой внешним потрясениям. В целях расширения социальной поддержки граждан в это трудное время поручаю правительству до конца 1-го квартала следующего года разработать новую дорожную карту занятости, как это мы делали в 2007-2009 годах. Объем финансирования программы должна быть увеличена по сравнению с аналогической дорожной картой, реализованной в 2007-2009 годах. Это обеспечит стабильность рынка труда за счет проектов по развитию местной инфраструктуры, благоустройства населенных пунктов. Будут снова организованы масштабные
краткосрочная переподготовка кадров, повышение квалификации. Расширится микрокредитование для развития предпринимательства. Вот это должны все акимы, сидящие здесь, и правительство понять, что мы начинаем ту же программу в более расширенном составе. Должна кипеть работа везде, всюду. Сегодня я ставлю задачу разработать новую социальную политику. Роль государства в социальной сфере должна быть ограничена поддержкой только социально уязвимых граждан и обеспечением инвестиций в человеческий капитал. Государственная адресная поддержка будет оказываться только нуждающимся гражданам на основе оценки их реальных доходов и условий жизни. Все остальные же должны зарабатывать сами своим трудом. И это справедливо. Учитывая особые потребности отдельных категорий наших граждан, необходимо установить разные величины прожиточного минимума с пересмотром его структуры. У нас прожиточный минимум для шахтера-металлурга, для пенсионера, для ребенка, все, так сказать, всем сестрам по серьгам. Это надо посмотреть, где какой прожиточный минимум. Поручаю правительству в течение 3 месяцев внести предложение по оптимизации системы социального обеспечения. Государственная поддержка тем, кто может трудиться, должна предоставляться только на основе участия, переобучения или программах занятости. У нас, говорят, безработные. На ярмарке труда предлагают, вот вам работа. И говорят, нет, я не хочу эту работу, не пойду. А тогда еще работу. Не, не пойду. Это что за безработные вообще? Если безработный, он должен принять эту работу, ехать туда, где это есть работа. Нянчиться ни с кем никто не собирается. Раз не хочет работать, значит, ему это не нужно, он обеспечен. Поэтому давайте вместе, и государство, и люди, работать вместе, чтобы помогать друг другу. Поручаю правительству внедрить такие виды социальной помощи, начиная с 2017 года. Приоритетом государства в социальной политике должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала. Что это такое? Это продолжать модернизацию в сфере образования, здравоохранения согласно ранее принятым программам. Вот здесь мы не должны жалеть, потому что и образование, и здравоохранение – это человек, это будущее. Я хочу сегодня объявить казахстанцам, что начиная с 2017 года будет дан старт новому проекту «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех». То есть государство обязуется каждому человеку дать первичную специальность. Молодому человеку, который, ну, закончил школу, остался, так сказать, неудел, прийти получить первую специальность, рабочую. И с этого начинать. Правительству поручаю приступить к его реализации. Сонтан Казахстанның жас азаматтарына айтатыным. Білімді, еңбекқор, бастамшыл, белсенді болуға қазірден бастап дағдыландыр. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл бару керек. Шеберліктің шыңына жете білсеңдер, мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық мамандықтардың ғылым мен инновацияның күні туған заман бүкіл дүниеде. Ерінбей еңбек еткен талмай ғылым іздеген жалықпай техника меңгерген адам озады. Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асып отырған түбегейлі реформалар мен атқарып жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін, жастардың болашақ үшін. Поэтому, если есть всеобщее образование технически для всех, я обращаюсь к нашей молодежи активно осваивать рабочие профессии. Что все, что есть вокруг нас, созданное руками рабочих, не думайте. Задумайтесь об этом. Когда вы ложку и вилку даже в руку берете, это рабочие сделали. Металл плавили. В доме живете, построили строители рабочие. По дорогам ездите, рабочие. На машине сделали, едете, это рабочие сделали. Хлеб кушаете, это селяне рабочие создали. Повар – это рабочий человек, который вас кормит. Кругом все создано
золотыми руками рабочих. Поэтому я специальный орден установил для рабочего человека. Потому что мы его, человека труда, должны славить. Стали забывать после этого, последние годы. Надо осваивать рабочие профессии. Ну, бывает у нас, закончили школу, часть поступила в университет, часть в колледжи, кто-то призван в армию, но энное количество, 30% остается. Что делать? Пойти получить профессию. Никуда не денется университет, колледж, все потом будет. Зато у тебя в руках будет работа, хоть молоток умеешь держать, с какой стороны брать. Я думаю, лишне напоминать, что я в свое время начал с рабочей спецовки, стоял у горнила доменной печи, в руках у меня была лопата 40 сантиметров на 40. Надо больше брать и дальше кидать. И лом был в руке весом 15 килограммов. И с такой обмундированием, с такими инструментами, не отходя, так сказать, от горнила, я работал 9 лет. Берите пример. Пройдут годы, этот жизненный опыт обязательно вам пригодится, какую бы судьбу вы потом не избрали. Я вам говорю, сознанием дела. В целом, все выдвигаемые послания меры носят, как всегда, я считаю, реальный характер. И, как всегда, обеспечены надежным финансированием. Смотрите. В 2014-2015 годах на развитие малого и среднего бизнеса в этой части выделено 1 триллион тенге. Так, Бахчан? Выделено. На проекты программы «Нурлыжол» в целом выделено 2,7 триллиона тенге. Это 3,7 триллиона. 2,7 триллиона тенге выделены нам международными финансовыми институтами. Это 6,5 триллионов тенге. Китайская Народная Республика предоставила по моей просьбе в размере 800 миллионов тенге, 2,7 миллиарда. В целом на реализацию проектов этого послания, о чем я сейчас говорю, выделяется 7,5 триллионов тенге. Не просто слова. Вот. Эффективно использовать каждый тенге этих средств. Главная задача – ответственность правительства и контроль, как всех акимов, аппарата президента. Преодоление трудностей, которые предстоят, мы не одни. Своей взвешенной внешней политикой, деятельностью мы приобрели много друзей по всему миру. Они поддерживают нас. Вы были свидетелями моих визитов только в этом году, переговоров с лидерами ведущих стран мира. В начале сентября визит в Китайскую Народную Республику была достигнута договоренность о сотрудничестве в несырьевом секторе на 23 миллиарда долларов, кроме того, что я сказал. Это строительство у нас более 40 новых предприятий. Заканчиваются переговоры, мы начнем осуществлять. Визиты в Лондон, в Париж также были успешны. Планы экономического сотрудничества, вы знаете. Общая сумма заключенных контрактов и намерений – более 11,5 миллиардов долларов. Визит в нашу страну президента России показал стабильность, прочность наших традиционных добрососедских отношений и развитие экономической интеграции в рамках Евразес и союзничества в рамках ОДКБ. Визит премьер-министра Японии расширяет перспективы инвестиционного технологического сотрудничества. Впервые к нам пришел концерн Toyota, который будет производить автомобили в Казахстане. И бренд казахстанский. Одним из главных результатов является высокое доверие к нам международных финансовых институтов. В это непростое время, когда нет финансовых источников нигде, поддерживая наши реформы объявленные, международные институты открыли нам доступ к финансовым ресурсам в объеме 9 миллиардов долларов.
мы подписали договор с Европейским Союзом об углублении партнерства и сотрудничества. Мы едины мировым сообществом в борьбе за безъядерный мир, против терроризма и экстремизма. С трибуны ООН я предложил создать всемирную сеть борьбы с терроризмом. Мы сильно огорчены случившимся событием между Россией и Турцией. Но пока что все нюансы этого вопроса нам неизвестны, разные, но факт является том, что российский бомбардировщик не нападал на Турцию, не шел на Турцию, шел воевать с террористами. И как друзья-соратники в борьбе должны были найти общий язык и не портить отношения, которые складывались много лет. Я тот человек, который много лет работал для того, чтобы сблизить позиции России и Турции, сделать их дружественными, начиная со времен премьер-министра Демирела, начиная с президента Ельцина. И все это, построенное много лет, может пойти на смарку. Как бы трудно ни было, я считаю, надо совместно создать эту комиссию, быстро его закончить, определить виновных, наказать и признать ошибки и восстановить отношения. Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции. Мы всегда выступаем за решение любых конфликтов мирным путем и делаем для этого все от нас зависимое. Казахстанцы об этом знают. В мире хорошо знают о наших начатых нами реформах и 100 шагах и поддерживают их, как я заметил при моих визитах. Мы не должны разочаровать наших друзей по всему миру. Эти реформы, а также выполнение взаимосвязанных с ними задач, которые я поставил в данном послании, будут непростыми, а возможно даже болезненными для которого. Но государство на чеку, будем вместе работать. Но позвольте заметить искренне, когда я предлагаю, я изучаю глубоко все вопросы, все нюансы, трудности, тяжести, но нет альтернативы тому, что я сейчас предложил. Если мы это все не будем делать, мы безнадежно отстанем от мирового развития, и никакого вхождения в 30 государств нам не видать. Но мы сделаем, как всегда, то, что наметили. Уважаемые соотечественники, с начала Нового года заработают новые законы, принятые в рамках плана нации. Сегодня я объявил о новых мерах, которые призваны укрепить нашу экономику, государство и общество. На всех нас сегодня лежит огромная ответственность за будущее нашей страны. Впереди нас ждет трудная работа. В реализации всех задач моего послания народу особую роль я отвожу партии «Нур Отан». Послание должно стать основой действий всех членов партии, программой в ближайшие годы. Надо провести широкую разъяснительную работу, мобилизовать людей, сплотить на выполнение всех поставленных задач. Депутаты от партии должны законодательно обеспечить антикризисных структурных преобразований и подключиться к разъяснению и осуществлению. Я призываю все политические партии, общественные объединения Казахстана, всех граждан проникнуться общей заботой о благополучии нашей Родины, принять активное участие в реализации данного послания. Сложный этап, который наступает, будет для нас временным преодолением. Мы обязательно победим этот новый глобальный кризис. Для этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства народа. Мы выведем наш Казахстан, выведем на новые рубежи развития.
Қымбатты қазақстандықтар, отандастарым, дағдарыстың бәрі өткінші, өтеді кетеді. Бұл қазақтың басынан не нәрселер өтпеген, бұл да өтеді кетеді, елдің бәрі көріп жатқан нәрсе. Көппен берген ұлтой деген қазақтың сөзі бар. Ел тәуелсіздігі деген, ел мұраты деген, ұрпақ болашағы деген ұлы құндылықтар ғана ылғи мәңгі. Мен айтып өткеннің барлығы жеңуге болатын, біз жеңе алатын бөгеттер. Біз көлденең шыққан кедергілерге кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз. Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым, мәңгілік ел болу үшін бізде бәрі де бар. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын нығайтып, біздің тарихи алдында жүзіміз жарқын болсын десек, осы міндеттерді орындауымыз қажет. Біздің тірегіміз тәуелсіздік, тілегіміз тұрақтылық, білегіміз бірлік. Мен халқыма сенемін, сіздерге сенемін. Көк байрағымызды алтын қырандай, еліміз қанатын кеңге жайып, асқар биіктерден көріне берсін. Барды бағалап, жоқты жасай білген жасамбаз жұртымыздың көк байрағы әрдайым биікте желбіресін. Алға Қазақстан! Вперед, Қазақстан! Ескертпелеріңіз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Тілектеріңіз бар ма? Айтат. Сындарыңыз бар ма? Сындарыңыз. Жалпы онда дұрыс мәселелер көтердік. Балықтарыңыз қолдайсыздар деп санаймын. Осыны тыңдап қана қоймай, ауылдарға қайтқаннан кейін жақсылап жұмыс істеу керек. Оның ішінде баяғыша емес, нақты-нақты нәрселерге көңіл бөлу керек. Істеген жұмысымыз көзге көрінетін болсын. Не істеп жатқанымыз халық түсінетін болсын. Әрбір нәрсеге түсінетін болса, барлық елді жұмылдыра білсек, барлық халық қолдайтын болса бізді. Мен қолдайды деп сенемін, себебі халықтың да үміті. Қазақстанның бірлігі мәңгілік ел, бүкіл жұртымыздың да арманы сол. Сондықтан сол арманға жеткізу үшін біз күндіз-түні тынбай баяғыша жұмыс істейтін боламыз. Іске сәт, табысты болайық.